Крушение самолета А-321 российской авиакомпании «Когалым-Авиа» в небе над Синаем могло быть вызвано взрывом бомбы на борту, утверждают американские и британские спецслужбы. Представители разведки Британии и США уточняют, однако, что окончательные выводы пока еще не сделаны. Египетские власти, в свою очередь, подвергают сомнения как саму вероятность теракта, так и заявления джихадистов из группировки «Исламское государство», взявших на себя ответственность за крушение самолета. Однако египетские СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники в Следственной комиссии, занимающейся анализом информации бортовых самописцев упавшего лайнера, что причиной падения российского самолета А-321 на Синайском полуострове стал взрыв в двигателе. Тем временем Лондон временно приостановил вылеты всех рейсов между аэропортами Великобритании и египетским городом Шарм-эль-Шейх. Тем самым на Даунинг-стрит выразили свое явное недоверие мерам безопасности в египетском аэропорту. По итогам совещания чрезвычайного комитета «Кобра», посвященного ситуации вокруг российского самолета, глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил: «Мы еще раз обсудили всю имеющуюся информацию, и существует серьезная вероятность того, что на борту самолета находилось взрывное устройство». Следом власти Ирландии также указали местным авиалиниям избегать полетов на Синай. В ответ на разгорающийся международный скандал в Египте был уволен руководитель аэропорта Шарм-эль-Шейха. Российские же эксперты пока воздерживаются от каких-либо заявлений. Дамы и господа, добро пожаловать в Шарм-эль-Шейх. Местное время 7 часов 45 минут. Температура воздуха 27 градусов. Время движения до стоянки займет 5-7 минут.